Сам не знаю. Я не исключаю, честно говоря. Уже будет так вопрос стоять, возьмут ли меня, потому что там как бы возраст. Они же берут молодежь или что-то еще, или кого-то помоложе. Вот, но надо просто найти там, где ты будешь нужен, и все. Дело не в возрасте, а только в квалификации. И ну, нужны ли они будут тебе? Вот тут ты так еще так посудил на вас. Ну, я как бы не знаю ваших этих самых. Скорее всего, может, у вас скорость просто маленькая. Купли, в смысле, у вас тариф какой-то старый, слабенький, например, там 3 мегабита или еще даже, может, меньше. Вот. Хотя нам, у нас 5 мегабит, нам его хватает вот так. И телевидение посмотреть, и фильм скачать. И как же он называется-то? Веб-стрим? Веб-стрим. Ростелекома по телефону. Ну, не электронный город, да? Нет. Так вот, на второй стороне был Crusaders. И этот альбом я слушал, ну, несколько месяцев. Переворачивал просто кассету. Бывает такое. А эту кассету мне дал, как же его ударник. Знаменитый новосибирский. Все-таки надо тебе попробовать карту, блин, Сереж. Молотков, как его. А, Кирпичев. Кирпичев? Я же в филармонии работал в техотделе. И вот там они репетировали же. Он же входил в состав сибирского Диксиленда. Мы что-то разговорились, я говорю, у вас там чего? Да мы, типа, не нужны же кассеты. Я вам не отдал кучу. Ну, пусть там, я еще там не сказал. Не, еще напился кассету. О, еще не. Не, вот эта кассетка, она, я ее недавно в руки держал. У меня уже даже и кассетника нету. Но там супер. Спасибо этому гостеприимному и умному дому. До встречи. На сибирской земле. С его хозяевами. Или его хозяевами. Ну, я, конечно, хозяин-то здесь, понятно. Тоже новый, кстати. Порвали старые. Куртка вот старая. Надо уже будет что-то думать, покупать. Передавай. Дочь доехала. Пока. Спасибо за подарочки.